какой-то троллинг. Да, похоже так, что... Ну, похоже на троллинг, потому что, блядь, перс в Ладно. 6,4, блядь. Может, он его купил, кто его знает, да? Ну так дежаву ведь не троллит. Анкокер, ты тут? Короче, ничего страшного. Все равно. Бля, а кто голы, ты здесь? Ну да, там на тухлом было очень похоже, прям на троллинг, не знаю. Я угорнул, я отсидел, ржал, пиздец. Анкокер, ты здесь, алло? Блять, нахуя вы запустили? Видите кто-нибудь большого? Вытяните большого туда и к стаунтому. Привет. Ну, о, привет, Дали. Что делаете? Идем пересвайпаться. Учим людей ему разу. Как на уши? Ждем Азерота. 8 дней. Если что, позовете меня там, в другом канале буду. Короче, я прописывал там, где добавить друзья, то, что ты мне там писал, нихера тебе не добавляет. Я только что добавил пенек. В смысле? Да ты типа должен был подтвердить еще? Ты же в батлнете добавился, да? Короче, у меня тут вопросов накопилось, но это потом. Про батл озера? Вообще про офф. Ну, офф это хуже Сируса, да? Че у Сиван-то крышу-то снесло? Кому снесло? Сильване. В озероте. Не знаю. Я вообще не в курсе, что там случилось. Ролики не смотрел. Она на тильдрасил сожгла. Ой, спойлер. Ну, проси и... у близов, ё-моё, и они же писали этот сценарий. Может быть, я им подписал. А чё, у вас сейчас трэш же идёт, а вы пиздите во время трэша? Да не, мы трэш. Мы трэш. А, я понял. Они такие скиллованные. А Сильвана, короче, вообще молодец. Она, ну если честно, один из последних вождей Орды, которые вот понимают, что такое Орда. Она же сожгла не просто, ну она вообще как бы чуть-чуть ёбнута на голову, а так там же уже пошла война за Азерит, который там появился после Аргуса, вот этой всей херни, Саргераса этого. И Альянс уже его добывал, короче, она понимала, что если Альянс, ну он впервые просто обогнал Орду, и она понимала, что если не отбить, короче, добычу Азерита, то Орде пиздец, там Альянс, ну порвёт. Тяните кто-нибудь большого? Еще. Чем помогло сожжение дерева? Нет, она разъебашила их всех на источнике, короче, весь Альянс. Потом, короче, ну она не хотела сжигать, там одна эльфийка ее тоже на пом взяла. Но там прикольно. Ну, сюжетка, конечно, сейчас выкручена не очень, но мне кажется, Азерот что-то новыми красками заиграет. Но Легион начался очень классно, ну я прям в восторге, особенно там от Видюш, когда ты проходишь эти все рейды. А закончился? То вообще мощно. Ну что? Когда закончился, Виталий пьяный был, не помню. Не, там Иллидан, ну вообще просто красавчик, он там по красоте прям. Там есть ролик, когда Светлая на Ару пытается вылечить, короче, Иллидана на корабле ихнем, там Альянского. Сука, ну что тут зашел такой на циркуль? Типа хуяк, тебя все знают, взяли в рейд. А там вообще не так. И типа гильдия топ-100, короче, взяла ру на 90 в каком-то месте. Рвется в топ-50, там пиздец допросы, конечно, были. Я на работу проще устраивался, если честно, чем, блядь, в гильдию вступить на офис. Поэтому я и не собираюсь, если играть на офис, то там стремиться в какой-то... Не, ну, тут же... Как бы, ты не понял, ну, сюда реально надо приходить как на работу, там, если ты в хорошей гильдии. А на самом деле, там, если ты находишься в казуальной гильдии, тут же 3 уровня сложности, там, норма, гера и эпохалка, типа. Норма, геры убирают, ну, абсолютно, там, сносят все гильдии, блядь, сервера. Тут именно в
факты по Халке. И то, что там раз в месяц там убьется новый босс какой-то, какой-то супергильдии, но оно на шмот игры, ну абсолютно там сервера никак ни хера не повлияет. Это просто как-то... Смоните меня. Приор гильдии. А тебе не будет дискомфорта такого. Ну вот представь, что все заново начали играть на циркуле. Вот абсолютно все. И только одна там гильдия первая убила лича, там, короче, пиздец. Ну ты не почувствуешь даже на БГ, там, в каче, там, или дамаги, дисбаланса из-за какой-то одной шмотки, которая по чуду, ну, чуду досталась там чуваку какому-то. Да я вообще не знаю, когда был Дренор, я взял 3-2 месяца подписки и поиграл, наверное, не знаю, минут 5. Не знаю, сколько я проиграю на Азероте. Че, могу начинать? Ну я пока качался, но я не брал вот этот за токен, типа сразу повышение левела, а качался от нуля. Ну когда проходишь такую сюжетную цепочку, классно. Ну да, я согласен, я допустим The Punt прошел, монаха типа на стартовую версию, прикольно. А зацепил даже? Сейчас стал паладина. Ну, даже в огненной пропасти, блять, вот боссы, они проскриптованы сюжетом. Так я ж писал тебе об этом. Это жесть. Что, запускать? А ну погоди, 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 стой, 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 стой. Октолгуд там мышь перестала работать. Приступал, дай пожалуйста, приступай. Ваня, Варенька, ты не хочешь протопалом пойти? Это все равно. Заходи. Да, давай заходи протопалом. Багельф тогда. О, Виталий, как раз тебе слот. Я по-другому начинаю играть. Давай, 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 заходи на любого РДД, короче. ШП, маг, лоб, кем хочешь. Крисия может заценить, написать там в этом мой ник на сайте Варкрафта. Там у меня такой сет прикольный, красный, плечи светятся, там заебись. Да мне похуй на твой сет, блядь, ты мне сумок пришли. В смысле, иди в жопу, я месяц, сука, старался, что-то делать. Надеюсь, Виталий, у нас миники, так что быстро будет, давай там. Я быстро не зайду. У меня тут понаоткрывано всякой хуйни. Ау, ну, давай, грузимся пока. Даем. Че, давайте пока без них. Ну я охуел, что, блять, на офе, когда ты покидаешь тело в ПП, тебя просто кидает начало инста. Да, погоди. Вообще да. Неинтересно. На Сирюсе так же. Не, ну он казуальный. Ну, как бы, ну, очень много такого, что очень просто. Хотя, ну, если честно, вот я не в восторге был от того, что ты там, блядь, чтобы сделать костер, как на классике, да, ты там пиздуешь в таверну, блядь, покупаешь там опилки, сука, потом хуй знает куда пиздуешь, там выбиваешь какую-то херню и делаешь костер, короче, понял? Это же пиздец просто, да? Мне наоборот это нравится. Ну, ты долбоёб просто. Ну, я знаю. На каком вы сервере играете? На Сириус. Там Войт аж сказать ничего не может, наверное, заливается, аж слезы текут. Вот я если что пошутил. Когда туда не пойду. Кстати, Шанан там говорил, на офу пойдет. Я, честно говоря, я даже не знаю. Я вот сейчас даже особо не играю. Меня как бухать позвали, так я что-то в офку слышал. Вот даже завтра. Оф, такой девчонка. Что заставляет играть. Ну ты такой, типа, 650 рублей у тебя списываются с карточки каждый месяц, и... А это не беда. Нет, так это деле, тоже это не беда. Панты какие-то. Ну, я и внимания не обращаю. Я в магазин это. Сегодня за водкой сходил, и я потратил больше. Да ты-то понял. На кого заходить мне надо? На РДД, ШП давай. Может быть... Что там? Что, я жрать танчу? Ну, в принципе,
как дела? Кем ты хочешь пойти, скажи. Хотя не уже точнее как. Ходи. Заходи, протопалом, Виталик. Не-не-не. ШП, заходи. Че, Дрейкань? Багель, бегни с танка. Че у тебя с ДПС вот летает? Ног до головы обоссал, блин. Второй по ДПС, блин. С кем он говорит еще? Так, давайте протанчу основу, точняк первую копию, багель вторую копию. 4 хила есть, надеюсь, захилите. Копия? Вы в РС-ке, что ли? Угу. Ебать, ты пьяный, что ли? Начинай. Не. Ты какой пьяный, блядь, я 3 часа удочки мотал завтра на рыбалку уже. Кололинии не ловите только. Это твой новый ник на Луфе или что ты сказал только что? Да не, у нас просто в Беларуси уже 7 рыбаков с начала года завалило. Чем? Чем, рыбой? Нет, около линий воздушных. А-а-а. Это типа с анекдота, да? Ты за что сидишь на рыбалку съездил? И как, бля, на электроудочку? 2 карася и водолаза, да? Типа того, у нас был случай, короче, придурки залезли, блядь, в воду. Багаль, забери лепточняк. Я понимаю. Угу. Дайте протанчу и забери эту копию первую. Точняка хильти, протанчу хильти. Кристобар Каспи. Вое сильнее страдание. Мы эту фигню до сферы не починили. Спасибо. Там мы не ломали ничего. Без вас я бы долго не продержался. Поднимите. До этого он стоял на месте. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Слушай, Виталий, что там с управлением экипировкой? Его нет, что ли? Не есть. Когда окно персонажа открываешь, там третья вкладка справа. И создаешь себе все это. Первая вкладка ничего не делает. Вторая вкладка, ну не помню точно. Вторая вкладка это звание. Выбираешь, но они не так листаются теперь, а в другом списке. А третья качаться вкладка... Качаться в танке как-то не очень хочется. Там она вообще хуйняет. Ну я не знаю, почему ты им играешь. Всем. Ну, нахай я создавал на старте, просто я ж паладина создал. Ну просто монаха берут только как ДД или только как хила. Я его делал просто, чтобы пройти сюжетку и ППшки там регнуть. Я знал, что до 20 левела я выкачу и все. Ну на самом деле там все убийцы, короче. Ну вот кроме монаха. Монах вообще, блядь, ну, просто. Ну, он отыграл свой патч уже. На пандах он был да крутой. Да он конченый какой-то, реально. Не, хил он очень крутой, а... Ну, я танком играл. Вот, докачался, когда ДД еще нормально. Самый хуже, наверное, танк вообще в игре. Это товар самый лучший. Спасибо за поездку. Не, на офе все равно БДК, они боги, короче. Бог есть только один, это протован. Все, до хера там персов уже? Да я не плодю вот эту хуйню. Не, я энхом поиграл, получил просто удовольствие, потом у меня вставать перестал, и я начал холи-полам играть. Зайца лига.
Поклонский тут? Да. Заходишь? Я зашел. Вижу, вижу. Че, Олега звать? Да, он же говорил позвать, когда на Халионе был. Тыкайте. Сейчас зайду. Все как обычно, первая пати тьма, все остальные свет. Паладины. Бегэльф. Бьешь правосудием света. Ставишь ауру сосредоточенности. Или кто сейчас поставил сосредоточенности? Я поставил. Все, и первый фридом кидаешь. Морелий. Мораэлий. Мораэлий, ты ставишь ауру на броню. Бьешь правосудием мудрости. Кидаешь второй фридом. Если тебя бы смущает, что уже аура на броне есть, отойди от рейда и поставь в сторонку ее. Ваня, твоя что ли? Аура коня? Да, то я потом поставлю. Что вот еще понял, да? Так, похилал. О, Кукуваси или Машулечка? Олег, с кем будешь хилить? С Машулечкой хилить, а Кукуваси во тьму отправлять. Как тогда? Короче, на Машулечку надо сделать. Давайте Машулечка. Гриневал будет хилить свет. Мегаприст стая Кукуваси хилить тьму. По инрам. Серж всегда заливаешь ману Машулечки. Алдаран Войд на второй фазе Кукуваси, на третьей фазе Машулечки. Сатара Рэпа диспелишь третью фазу свет. Мегаприз диспелишь все, где находишься. Кто свет будет танчить? Поклонский танчит. Ну давайте портанчу тьму, Поклонский свет. Чё там? Вы 5 по шамам дайте, пожалуйста. Кто-то ушел. А, Алдаран, сова. Серж, кот вроде. С Войдом там звездопады распределите. Магоприз, ты понимаешь, что он. Вот посмотри, вот рейд фрейм у тебя есть. Кого у нас не хватает? Олег, и кого мы ждем? Энха. Я зашел, а ты можешь кинуть. Поставьте шкаф, а, стоит, вижу. Сумуньте стила, раздай всем кресты. Пиздюлей будут в первую очередь. Четвертая пати, кроме демона, стоит забивать больших. На третьей фазе тоже надеюсь, что будут бить большие РДДшники, а не как обычно. Олег дал ассиста тебе. Сейчас, секунду, еще макросы перепишу. Какие на ролл и привет. Чек на готовность.
Хаба. Ждем хабу. Опять вылетел. Бери этого лока, блять, вон Африка, блять. Как бы хант напуливает там. С двумя рогами вообще похуй. Две роги? А, ну вообще нормально. Чисто бафа нет. Интеллекта нет. Захожу, дисконнект. Лол, блядь. Давай заходи. И ретро подошел. Да, бери сразу ретро шамана. Але вообще такой кадр. Давай сейчас хаба заходит, сразу начинаем. Без чека? С чеком. Я к тому, чтобы никто не отходил. Суслик, это МК обнови. Варка, что ли? Так кинь, какая разница. Точняк. Да, я тут. Ну ты жадина. Скажите, когда будете пулить. Начинай. Он ковакер. Перебежали. Куковая сометка. Где тотемы? Беги, малышка, беги! Не знаю, будет метка. Под боссом тотемы должны быть. Сейчас перебегать будем, поставьте под боссом. Их вообще нету. Не, они вам поставят. Даже спула. Заходи сразу. Рейд заходим. На группу лучше идем, кстати. Танкокер, метка, заходите. Следующую метку ближе к морде. Джейнду. Ну.
клика на хп нет. Суслятина метка. 54%. Пятьдесят два, 51. Пока пьем бусы. Хаба метка. Выходим в свет. Свету рост. Беги, малышка, будет метка. Не говори, если по гротам надо будет раскол кому-то прожить. Ну, туда если врываться будет. Перебежали. Забагался, бросишь. Во тьме дали рост. Во тьме рост, свет бьем трэш только. Отлично. Серж метка. Перебежали. Свет, готовимся стопать. Свет, стоп, не бьем босса. Стоим и ждем трэш. Бейте большого РДД. Алдеран метка. Каплю сейчас. Пускаш, точняк, даже на перебежке. Сакру дам. Сакру дам. Перебежали. Да зачем сакру? У нас две сакры. Да, капля. Лужа вред, лужа вред, лужа вред. Свет 40, если что. Свет, бьем трэш. Большого РД. Перебежали. Куку, Вася, сам станешь? Да, да. Только захилить надо сразу. Не вставай, Серж, поднимай его, Серж, поднимай его. У меня какой-то бот побежал. Куда равнять его? Он почему-то покинул тело. Я вышел иконка встать и... Бля, пиздец. Я поднимал. Свет не бьем, свет не бьем. Тьма, свет не бьем вообще, свет не бьем. Тьма, пытайтесь жить. Не-не-не, там живут они пока еще. Главное не умирайте, там те, кто остались. Даст 50%, все, добиваем босса. Тьма, выживайте как можете. Я упал. Свет. Блять, да ну вы издеваетесь. С баблом кто-то зайдите, паладин с баблом любой. Мы пробуем, бейте тупо босса. Так. Я падаем, падаем. Как 2 ДД умерло? Вот этот никчем. А какого-то хера босс фиг пойми куда побежал, в бок почему-то. Хотя играл было на мне. И все. Хороший трай был, я уже думал нормально дойдем. Да, да, вспомнил, как раньше убивали там по 5 РС за неделю, такой ооо. Привстал, да? Да, помнил, ага. Босс просто взял, куда-то отошел. Как умер Маралин? Не захилили, метку выносил куда. Ну там когда попадали хилы, скорее всего. Нет, там только... Ну он еще умер вообще, когда все хилы были живы, первые от Моралей. Ну как у Вася, как умер? Как у Вася в луже вроде, но я не знаю, от лезвия или просто от недохила. Нет, я не успел выйти из лужи, короче, слева лужа и справа лужа была. И?
Когда было взлетать? По центру не было, да? Нет, я залил, ну я встал в центр, и когда выходил, получается, упал. Есть детали смерти Ретрика? И Куку Васи, линканите, пожалуйста. Мага-прист умер. Танк еще был жив, мага-прист умер. Меня когда БРнули почему-то, я... У меня тело, короче, заказал за резкой. Ну ты нажал не принять рест, а нажал покинуть тело просто-напросто. Тебя нет, так у меня уже выходит даже... встать. Я нажал встать, и я, короче, оказался духом за РС. Ну, я не знаю, у меня по дону, Серж, ты поднимал его, тратил на него БР? Да, еще потом на него БР потратили, я резнулся уже там, короче. А, видишь, он пишет по телу, потому что я тебе говорю, я видел, он тебя не БРил, ты просто, ну, был трупом, я говорю, Серж, поднимай, и ты, хоп, дух. Он не тратил на тебя БР, он потратил БР, когда ты уже покинул тело, он пытался тебя по телу резнуть. Ты просто не принуй. У тебя не было БР, ты просто нажал кнопочку «Покинуть тело». У тебя все в порядке вообще там? Ну, у меня же есть еще свой талант. Я нажимаю «Встать», короче, а у меня... Зачем, если ты лежишь в луже? Какой в этом смысл? Твой талант мы заценили. Короче, давайте дальше идем. Ничего не меняется, нету смысла что-то говорить. Вары. Кричите на ХП, подбегайте к Поклонскому, кричите на ХП, чтобы у него было крик на ХП. Да, подходите немного к танку. Просто... Если не будет крика на ХП, именно у Поклонского даю каждому по 500 ГП. 500 много, 200, я думаю, хватит. Скажи спасибо, что не пить еще. У Олега расценки поменялись. Тряся словами Лукашенко, херачи, да? Заходите за линию, все готово. Коромысли. Заткнись уже там. Протанчу, начинай. У Поклонского слишком мало ХП остается просто. Убивает мы сейчас. Он летает метко. Как дела там? Перебежали. Серж метка. Сатрары по меткам. Перебежали. Уже в рейд. Стил метка. Подожди, не заходи пока. Пройди по лужам к порталу, и как только начну пропадать, заходи. Все, заходи. Рейд заходим. Багельф метка. Заходите. Следующую метку ближе к морде. Он летает. Thank you.
кидал штрикс и фанту. Сапера репа, вижу. Да чтоб тебе проще было на третьей фазе. 52%, 51%. Показывай детали смерти дика. Да, но там не... волны есть, нету у шамана. Да я вообще... у вас. Покажи уже, что у тебя там вообще. Полторы секунды не хилили, даже 1.6. Не, ну полторы секунды это не там. Ну да, полторы. Когда нет, меня на лече убило, когда меня там 9 секунд, по-моему, только что похилил, ну это еще. Ну, просто покажите отхил и отхил ДК, просто чтобы знал, кому кидать ГП ДК, или хилам, или всем подряд. Почти как мой первый секс, прям полторы секунды. Но у меня вообще бред какой-то в деталях смерти. У меня то же самое, у меня атака восстановления, я вообще не понимаю, что у меня. Не-не-не, это не точно, это что это, блядь? Вот у меня также 5.70, то есть 5 секунд, почти 6 до смерти, последняя запись. Так там 5, короче, полторы секунды между двумя ударами, там. 33 тысячи и 38 смертельная плюха. Если верить этому, что здесь записано, то получается 0,8 секунд между ударами. Захваты не используют, удар смерти используют, секунды. Кто виноват? Сейчас его посмотрим. Ну, тут нельзя сказать. Халион ГП. Кодекса намыло, короче. 12 волн. У Кувася 8 волн. Ничему меняем. Дайте кто-то ничему голды на починку. Пусть кинет трейд. Три еще. Показывали белоруса, который взял в корейском чемпионате покера 5,2 миллиона долларов за первое место. Да я не интересуюсь покером. Новости, блять, у вас. Мне кажется, он может купить Беларусь. Виталик, да? Я не смотрю, ну да ты недооцениваешь Беларусь на самом деле. За 5,2 миллиона он только может особняк у Лукашенко купить. У Лукашенко, блять? И типа выгнать его, да? И то странно, там может хватить или не может. Рот-год ВК, это... Этот лог, да, Вуди. Да, да. Чувак на самом деле очень хорош. Он три подряд чемпионата выиграл. Первый он сорвал 125 тысяч долларов. Внес депозит на второй типа чемпионат. Выиграл 250 тысяч долларов. Внес оттуда бабки на третий чемпионат и выиграл 5,2 миллиона. Ебать. Ну молодец, ну чё, у нас Домрачёва, блядь, тоже герой Белоруссии, чё мне? Точняк, он летает. Робот не из Вьетнама и такой. Смотри, он в адептах модератор. Олег, ты готов? Все готовы? Начинай, братан. Сейчас вот этот модератор. Все, я начинаю. Перебежали. Уже в рейд. Сатаровая пометка. Опять сюда рыба. Тотемов опять нету спула. Нормально. Не, под боссом вроде стоит. Поворачивай на рейс, смещаемся. Беди большого под хвост. Сакра КД. Дал сакру. Уводи больших, уводи. Води.
Отводи тоже от них. Там одного стаунти точно. Подожди, пока не заходи во тьму. Там нет мелкого, вроде. Мелкого заберите его отсюда. Что вы делаете? Заходи, пока... Что-то, ну, Шанан. Рейд заходим. Немного отвернет нас на градусов 5-10. Он драл метка. Угу, хорошо. Ничего, метко заходите. Ближе к морде сейчас метку. Багаэльф. Лень метка. Пятьдесят 3%. Багель метка. Переводим, сразу выходим. Выходим в свет. Рост через 5-10 секунд. Становитесь сбоку. Чего вы под хвост побежали? Это потом где-то было. Да, там нормально все, нормально. В квадрат все встаньте. Квадрат. Ну, совы, сместитесь на Милень. Свету. Ну я же говорил, Машулечка, рост где? Перебежали. Будет метка. Алдеран, поднимешь магоприста. Во тьме дайте рост. Блять, ман, вы издеваетесь. Ман, насколько веряешься? Блять, успеваем его поднять уже. Свет, стоп, свет, не бейте босса. Да выживет. Мага... Да не выживет. Ну... Там возьми один эрдру хилит. Падаем, падаем, падаем. Не, эрдру не захилит один. Да понятно, не захилит. Просто тут и приз сейчас не может зайти, потому что уже не залит портал. Мне кажется... И Кукувасю мы не можем поднять. Вы... Я не знаю. А мелики упали от недохила, верно? Потому что... Мелики, да, к меликам там... Там приз и Кукувася. Что ты говоришь, Глэя, во тьму? Ты думаешь, ему свету тут проще будет? Мне кажется, что? Во тьме какая-то проблема с хилом. Так они падают, хилы, я не знаю. Проблема в них, а не с хилом. Ну да, в них. Кроме стая, я думаю, не должна косячить. Не, к стае претензий не может вообще. Давай, Кукувася, свету похитит, Машулечка во тьме. Попробуем. Ну, давайте тогда... Да, Машулечка, тьму, Кукувася, свет, поднимите его. Иннер тогда тоже поменяем. Серж, заливаешь сюда Кукувася, Алдеран будет на второй фазе Машулечки, на третьей фазе Кукувася. Там ты ж не только щитами хилишься, но так себе отмазка. Какой щит, блядь. Что такое божественное покровительство? Да хуй уже, что у тебя скиллов нету, что ли, я не понимаю.
Хила должны подхиливать. Может, ты кастанул кого-то? С фридами это все нормально, давайте. А, лоу хп, ты имеешь в виду рейд на лоу хп? Не, у него он, типа лоу хп, а потом лужа, короче. Так держи на фул хп, ебаный стык, блять. Это омоложение, восстановление жизни цвет, так. Лужа сама по себе не может убить, если есть фридом. Если разве что ты еще в какую-то лужу не зашел, либо лезвие не зацепил. А Христа там лезвием сбрила. А, ну все, какие вопросы-то, хули вы мозг убьете? Шар, бежишь, блядь, и что-то не дает. Так, у кого есть детали смерти мага Христа? Можете показать? Да проблема в том, что во тьме некорректно записывать детали смерти, там нельзя посмотреть. Ну говорят же люди, что в лезвие. В шар забежал, Человек говорит, что умер от недохила, и все говорят, что от лезвия. Я очень сомневаюсь, что там от недохила можно умереть. Там нет. Три хила, СТЦ. Демирать там может, там, когда 60% материальность, когда 2 хила. Ты же все равно пока бежишь, кинул на себя щиток, щиток КД кинул в это, к обновление. Молитву восстановления на себя там. Да, молитву восстановления, там много вариантов всяких. Там, ну, очень сложно умереть во тьме за хила. Ну, ДЦ себя особо не захилит, а вот Эрдру его спасет в стоп. Да и ДЦ сам. Да, ДЦ сам может выжить, что за бред вообще? Даже если нету фридома, допустим, он не может быть. Он просто останавливается в луже и начинает кастовать в себя хил. Он не умрет, он захилится себя, а потом дальше выбежит. Все. Если есть фридом, там просто невозможно. За секунду выбегаешь с лужи. Давайте. Лейшин, что не хватает, точняк. Просто бафани. Действительно, есть такая как бы идея, что может ретрик и сразу бросает фридом, и он заканчивается как раз при диспеле. Ну, может. Ну, хз. Все готовы? Заходите за линию. Начинаешь, ну. Вы кому-то пизды надо сутить. Все. А-а-а. Блин, как я не умер. Меня застанило хвостом, когда он смотрел на погрузку. Або метка. Потом развернулся и дыхнул в меня, я не умер. Чудо. Перебежали. Просто ваша раса в огне не горит. Ничего, метка. А никто не оценил. Ну, слишком жестко по-российски, да, был? Ну, я, честно говоря, не понял. А чё у тебя за раз? Не, серьезно, Джейнов метка. Ладно, там евреи, а ну... Не, ну, евреев же выжигали на кострах, да? Ну... Так, а мы-то какое отношение? Ну, а вы не горите в огне, брат. Это шарицы, блядь. Выше. Да, пометка. Заходи сразу. Рейд ждем. Горит никакой палец. Заходим, рейд. Отверни опять нас. Еще. Еще чуть-чуть. Угу. Хорош. Багельф метка. Моровинт, метка, заходите. Остерегайтесь.
ближе к морде сейчас метку с услятиной. Сейчас выходит свет хилить. Куку Вася. Сейчас бы остались в этими вдвоем. Они оба вышли. Куку Вася чуть очень мало маны. Серж, залей ему ману, если не заливал. Бьем, пока босса не выходим. Лейшин метка и выходим в свет. Как все выйду, сразу рост. Все, давай в свету рост. Перебежали. Джейн до метка. По тьме дали рост. Один растет. Внимание, бьем босса. Будет метка. Тотемы. На перебежке тотемы под босса. Какой Вася. Перебежали. Свет стоп, свет не бьем. Стоим и ждем трэш. Беги, малышка, беги! Ай, зуб БДЦ. Большого домашки. БДЦ, БДК. Куку Вася метка. Ты тут у Васи его инер бы. Вельф, как дальше? Перебежали, дай каплю точнее к этому носкому. ЧП бьют взрывом или нет? А. Не, ну я пою гин. Ну, отмазался, короче. Перебежал во тьме, если можно. Хватит, последний трэш выживите. Глуповать. Будет донария. Калдеран, подними комиссию. Будет метка. А мне кого ты говорил поднять? А, он для тайма, но он единственный остался. Босса не бьем, только трэш. Олег, метка. РДД, большего добивайте. А, не бейте босса, не бейте, подождите. Поворачивай на рейд, поворачивай, смещаемся. Сейчас 60% будет, добиваем. Все, добиваем босса, напуливаем трэш, добиваем босса. Трэш не бьем. Только босса. Да, отхилился. Ничего. Нормально там. Маршан мертв. На тьме. Не страшно. Я лучше пидовая росла. Сейчас, не понял. Захожу на ИП. Когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Мили чешку рольте. Точнее, ГЦ. Угу. Спасибо. Ничего себе, да, он не решил ретриком поиграть, что ли? Так у меня почти фул, у меня чешка и шея надо, и все. Ну, просто ни разу не видел тебя ретриком. Да, надо одеть просто его. Тканевые наручи рулим.
Че, фаст на вторую? Да. Он летаем. В смысле, если начинаем. Вторая будет, нет? Да, да, заходи. Резупон. Кем ты любишь играть, кроме Холи Креста? БДК он любит играть, вообще любимый класс. Мили-боты. Когда дебют. БДК я люблю, как и белорусов, в смысле, в принципе. Ты же говоришь, что любимый класс. Ни к чему. Это движение апокалипсиса танкоботы? Нет, это милики. Это ДД-боты. Все, понял. А кто был во тьме? Скажите, почему, пожалуйста, почему я сдохла? Покончилось. Потому что рак. Я метку выносила. Креветочку. А, тебя... Скажу. Лезвий не было. Жрание это лужа, да? Капля убила. Если умирает шаман, значит проблема остальных хилов. Так, ну тебя лужа убила. Ну или ты не кастуешь малую волну. Больше никто не заходит, не читаю ЕП. Да, да. Первого трая же убили, так ведь? Почти. Че, будет еще одна РСК?